Всем привет, ребята! С вами снова я, королева мистики. А это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе. Друзья, вы все знаете, что совсем недавно вышла новая игра Анжела 2. Продолжение. Супер крутая игра из серии Том и его друзья. И в эту игру я тоже уже играла. И знаете что? Говорят, что Анжела 2, когда выпустилась эта игра, стали поговаривать, что она стала подружкой Cartoon Cat. Представляете? Именно Анжела 2 стала подружкой Cartoon Cat. Это просто невероятно поверить. Но мы сейчас и проверим. Мы зайдем в игру, свяжемся, попробуем, вернее, связаться с Анжелой 2. Мы сейчас запустим это приложение и попробуем узнать у Анжелы 2, действительно ли она встречается с Cartoon Cat. Это невероятно, ребята. А перед началом три ваших самых топ комментария. Погнали! Раз, два, три. Если ты тоже хочешь попасть в мое видео, то прямо сейчас спускайся ниже в комментариях и пиши. Чем больше комментариев ты напишешь, тем выше вероятность того, что именно ты попадешь в мое видео. А мы, ребятки, давайте запустим игру. Итак, друзья, вот мы загрузили с вами приложение Анжела 2. Вот она у нас такая красивая вся, черненькая такая, ну, можно сказать, загореленькая такая. Ну, в общем, Анжела Экзе, ребята. Да. И сейчас мы попробуем у нее спросить. Анжела, ты знаешь... Тихо, погоди. Нет. Анжела, выйди на связь, скажи мне, ты знаешь, что такое Cartoon Cat? Анжела, выйди на связь, скажи мне, ты знаешь, что такое... Нет. Так, ребята, нужно, наверное, какое-то кодовое слово или пароль. Darknet, Анжела, Darknet. А, ты знаешь, что такое Cartoon Cat? Так, ребята, нужно, наверное, какое-то кодовое слово или пароль. Блин, нет. Ладно, может быть, потому что она хотела в туалет. Сейчас мы ее сводим в туалет. Отлично. Что, ты заболела, Анжела? Так, Анжела у нас что-то заболела. Так, я не хотела тебя бить, извини. Ладно, давай мы тебе сделаем укол. Как она забавно убегает. Вот так. Теперь мы тебя подлечили. Итак, ребят, вот мы вылечили Анжелу. Теперь, возможно, она нам скажет. Подожди, Анжела. Ладно, может быть, ее нужно покормить? Ты не хочешь кушать? Ничего не хочешь. Она хочет, наверное, куда-то прокатиться. Видите, у нас горит. Давайте съездим куда-нибудь, возможно, попляшем. Или попоем. Давай съездим вот сюда. Куда-то летит Анжела, как всегда. Это Париж или Нью-Йорк, не знаю. За покупочками. Чего-то там набрала. Отлично. Я очень рада. Давай посмотрим, что ты там накупила. Куча монет и какое-то лекарство, наверное. И кофточку. Ой, нет. Мне нравится больше черные волосы, потому что мы же Анжела Экзе. Так, отлично. Анжела снова хочет в туалет, что-то она часто... А почему горит крестик? В чем проблема? Ладно, может быть, давайте потанцуем? Сейчас она станцует, а потом она нам все расскажет. Как здорово танцует Анжела. Обалдеть. Одну звездочку мы уже выиграли. Ух ты! Теперь наверх. Итак, все три звезды мы выиграли. Мы молодцы. Как красиво нам Анжела Экзе сплясала, ребята. Много-много звездочек мы теперь набрали. Теперь мы на третьем уровне. Это очень круто. Так, карточки берем. У нас очень крутое платье, но мы выбираем более вот такие вот, она темные, да? А нету прям черного платья. Ну ладно, оставим такое. Ей очень нравится, я рада. Так, ребята, теперь Анжелу нужно причесать с новой прической. Ну, теперь ты у нас красотка. Ох, как летает. Здорово. Ну, теперь, Анжела, скажи нам, ты знаешь, кто такой Cartoon Cat? Ну, теперь, Анжела, скажи нам, ты знаешь, кто такой Cartoon Cat? Анжела, пожалуйста, я знаю, что там
внутри тебя существует совсем другая Анжела, не та, которая запланирована, а та, которая действительно знает монстров. Анжела, пожалуйста, я знаю, что это... Прости, Анжела, но ты должна сказать, что ты знаешь Cartoon Cat. Не знаю я никакого Cartoon Cat. Вы слышали, ребята? Хорошо, Анжела, ты опять заболела. Надо тебя, наверное, подлечить. Хорошо. Снова, как ты часто болеешь. Так, ну это хорошо уже, что Анжела вышла с нами на связь, и мы можем спросить, действительно ли она встречается с Cartoon Cat'ом. Анжела, действительно ли ты встречаешься с Cartoon Cat'ом? Анжела, а ты не могла бы пригласить его к себе? Анжела, а ты не могла бы его пригласить к себе в гости? Нам с ребятами было бы интересно посмотреть на него, как он выглядит. Он не так часто заходит ко мне в гости, но если он приходит только ночью. Хорошо, ребята, давайте снова сделаем прививку. Анжеле что-то она слишком часто болеет, я не знаю, что-то странное какое-то у нее поведение. Так, ну раз Cartoon Cat приходит к тебе только ночью, давай мы тебя положим спать. Так, ребята, Анжела спит и видит какие-то сны. Подождем, возможно, сейчас придет Cartoon Cat. Ребята, вы видите это? Cartoon Cat пришел к Анжеле, когда она спит. Ночью это реально. Они реально, что ли, все? Жесть, ребята, вы это видели своими глазами прямо сейчас. Cartoon Cat пришел к Анжеле. Это просто нереально, друзья. Я надеюсь, что вам понравилось. И давайте на этом видео соберем 5000 лайков. С вами была я, Королева Мистики. Всем желаю счастья и добра. Пока.